Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Вот это рассада моих перчиков. Ей исполнился один месяц со дня посева. Всю рассаду перцев, как уже упоминал, выращиваю по два растения в стаканчике. Поскольку сортов много, и на некоторые сорта выпадает буквально 1-2 стаканчика. И на всякий случай по два растения выращиваю. Тем более, что перцы довольно неплохо плодоносят потом уже при высадке в грунт при таком способе выращивания. То есть двум растениям в стаканчике вполне хватает места, чтобы нормально расти до момента высадки и потом так расти в лунке. К тому же вот такой способ дает дополнительную подстраховку от всяких неблагоприятных моментов. Например, какой-нибудь росток заболел и каким-то образом вышел из строя. В этом случае остается еще одно растение резервное, это тоже очень удобно. Особенно, повторюсь, это удобно в тех случаях, когда, допустим, на один сорт приходится один стаканчик. Был бы один росток в стаканчике, можно потерять сорт. А так все-таки остается еще один росток. И вот в этом сезоне с перцами возник один интересный момент. Это сорт жгучих перцев «Огненный вулкан». Вот он. Перчик этот взошел хорошо, растет хорошо, видно, какие у него достаточно здоровые крупные листики. То есть ничем он не хуже всех своих собратьев. Но если присмотреться, у одного росточка, вот он, видно, что у него нет точки роста. Вот у него два семидольных листика. Один достаточно большой, потому что расти-то надо, уже настоящий листик, и все. Больше ничего у этого ростка нету. А второй росточек нормальный. Вот как раз в этом случае вот этот нормальный росточек сохранится и будет расти дальше. А второй росток без точки роста, к сожалению, боюсь, что толку от него будет мало. Я, конечно, его торопиться удалять не буду, пусть еще немного порастет. Но, к сожалению, частенько в таких случаях бывает, что растение просто перестает расти. Вот точки роста нету, и стебелька нету, и уже толку, конечно, от него не будет. И придется его, в конце концов, удалить. Пока я его, конечно, оставлю, понаблюдаю, он не мешает. Но, скорее всего, толку от него не будет. Вот такие бывают моменты. Почему такое происходит, сказать очень сложно. Да это не так важно. Важно просто об этом знать, что иногда так бывает. И если очень ценный сорт, то подстраховаться хотя бы тем, что выращивать вот по два ростка в стаканчике. Особенно если рассады этого сорта очень мало. Вот так выглядит перчик без точки роста. Естественно, этот росток никак я не трогал, повредить его не мог. Вот так он начал развиваться с самого момента появления настоящих листиков. И пока ничего больше не вырастает, то есть стебелька нет. Ну а в данном случае страшного в этом ничего нет. Есть запасной росточек, он как раз, я думаю, позволит посмотреть, что это за сорт, который я выращиваю, к слову, впервые. Сорт «Огненный вулкан». Огородники говорят, что это очень хороший сорт жгучего перца. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев и всего самого доброго. До свидания.